Ава народ, с вами Анастасия, мы продолжаем проходить Инквизицию. В прошлой серии мы с вами прибыли на штормовой берег и должны отправиться за солдатами, которые должны были встретиться с разбойниками. В общем, они пропали, как обычно, нужно спасать задницу солдат. Вот. Еще я планирую здесь встретиться с серыми стражами, если, конечно же, я их найду. Вот. Ну что же, отправляемся. Надеюсь, тут не будет так ужасно, как это было в болотах. Мне, допустим, очень сильно не нравилось. Потому что стоит тебе только наступить в воду, как на тебя уже нападает куча мертвецов. Причем мертвецов таких матерых. Хотя тут, пожалуй, все стрелки матерые. С одного раза тебя простреливают. Но что ж теперь? Так. Недремлющее море, а где-то там на другом его берегу стоит Кирквал. Оттуда до убежища был длинный путь. Странно, что с такими попутчиками он не показывался мне еще длиннее, чем был. Ого, прикольно. То есть мы рядом с Кирквалом? Если что, это место, в котором проходила вторая часть. Я не знаю, нужно нам сюда или нет, мне просто было интересно, тут очень красиво. Смотрите просто. Красота. Даже море клево прорисовано. Даже зайти можно в него. Но я уверена, что... Даже утонуть можно немножко. Ладно, хорошо, пойдемте дальше. Я не знала, что тут такая хрень есть. Кровавый лотос. У нас его уже полно. На самом деле у нас уже вообще всякой травы до хрена. Ладно. Я договорилась уже с вами идти по сюжету. Значит, я пойду по сюжету. А иначе игра выйдет очень-очень длинная, и у меня еще в планах много игр других. Я надеюсь, то, что мы пошли в обход, это не проблема. Но я так смотрю, что проход очень такой крутой. Нет, мы вроде с вами приближаемся куда нужно. А что, я FPS просела? Большая бухта. Так, может сохраниться? Давайте-ка сохранимся. Тут мне, по крайней мере, нравится больше, чем в бурой трясине. Хотя мрак бурой трясины по-своему привлекает. Мне не нравилось сражаться с дурацкими трупами. Вот. Хотя разбойники наверняка не лучшие ребята. Это, наверное, те разбойники, о которых говорила Хардинг. Или как ее там? Лучницы из клинков Гесариана. Что ж ты будешь делать? Так, что это капец? Ой. Ой, да, сражайтесь вы лучше, ребята. Ой, мамочки, господи. Я уже забыла, что я волшебница. Это собака. У-у-у, собака, это плохо, ребят. Я помню, что такое собака. Если на тебя нападает собака, то это все, это писец. Это просто писец. Не-не-не. Ой. Как там они, как они называются? Мабари. Вот. Давно я мабари не видела, конечно. Ух ты. Мы вроде даже жизни не потеряли. Тотем-паук. Не знаю, зачем мне это нужно и нужно ли вообще. Фу-фу! А то что-то как-то... Это было... Нормально. Нормально, да. Все, быстренько откинулось. Почему только их так мало оказалось? Нет, я не жалуюсь, вы не подумайте. Нет. Убиты. Вот дерьмо. Нужно проследить, чтобы их семьи оповестили. Блин, они наших солдатов кокнули. Ёлки-палки. Что ж теперь? Похоже, у этих головорезов лагерь чуть дальше по берегу. То есть, квест продолжается, да? Мы должны их убить? Хм. Хорошо. Мы отомстим за наших солдат. Почему бы и нет? А то совсем охренели, наводят тут свои порядочки. Равновесный кинжал. 100.
А, нет, 39 урона, ясно. Я что-то путаю эти большие циферки с уроном. А это не урон, нифига. Амулет воскрешения. Ух ты. При ударе, снижающем здоровье персонажа ниже нуля, амулет восстанавливает владельцу указанное количество здоровья, затем раскалывается. Неплохо. Может быть, в дальнейшем понадобится. Что тут есть у нас на крыше? Просто, типа, полюбоваться? Смотрите, как клево. О, я так полагаю, это и есть тот самый окулярум? Вон, видите свечение на горе? Блин, как тут красиво. Вообще классно. Конечно, разрабы постарались. Хотя мне и не нравится, что... приходится по... много заданий выполнять, причем совершенно бесполезных. Так, пойдем. Не будем терять времени, хотя мы его уже чуть-чуть потеряли. Посмотрим, верно ли мы идем. Ай, блин. Вот сейчас придется опять какие-то обходные пути искать, чтобы понять, куда действительно нужно идти. Сохраниться бы. Ай, ладно, не буду железо тут искать. И как вам не влом бегать по этому дождю? Это же такой капец. Ну, хотя это же, я так понимаю, это тропическая зона, да? Я не шарю просто, поэтому могу сказать глупость. Обычно в тропиках всегда дожди идут. Так, тихо. Ух ты, она даже кататься может, вы видели? Я не знала. Как бы нам так лучше зайти, чтобы... Ух ты, змеевик. Как бы нам так зайти, чтобы они нас не увидели? И не устроили нам засаду. Мы должны устроить им засаду, и никто другой, ясно? Давай. Отсюда и стрельнем. Причем... А, да, это клинок. Это не лучница, поэтому... Поэтому ему пришлось плохо. Ну или ей. Получай еще одну. Ага. У вас тут еще и закрыто. Ну-ка, открывайте, к вам гости пришли. Лучница, еще одна. Ёпа-мать. Давайте мы не будем, пожалуй, на рожон лезть. Так, нет. Я сделаю вот так. Держи. Ха-ха. Сидите там теперь. Ха-ха-ха. Ой, Солос. Убегай. Где моя тактическая камера? Блин, как бы мне повернуться-то? Ты идешь туда? Варик идет тоже туда. А мы остаемся здесь. Как вам моя идея? Потому что я-то смогу сама убежать. Кассандра, жги. Я в тебя верю. Стоять, куда намылился. Точнее, намылились. Нет, ты такой умный вообще. Ой, еще одна собачка, похожая на овцу. Ну, серьезно, да, была сейчас похожа на овцу. Так. Ты. Получай. Не-не-не-не-не. Сегодня ты не стреляешь. Сегодня ты в отпуске. Давай, пока. До свидания. И собаки эти, блин. Терпеть не могу сражаться с собаками. Какого хрена? А, я думала, что они напали на Варика. Нет, 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 нет. Сегодня вы, ребята, огребаете. Так что, будьте добры. Ух ты. Еще это вожак, твою мать. Ребята, еще одна. Тактическая камера. Блин. Солос, беги. А, нет, не я. Да не я должна бежать. Ты должен бежать. И ты. А я постою здесь. Стоять. Да блин, тактическая камера, твою мать. Ну куда? Вам в кайф? Вам в кайф огребать в ближнем бою, ребят? Реально? Вот мне не в кайф, когда вы огребаете. Вообще, нисколько. Блин, надо с гончими покончить.
Они меня уже достали. Сколько можно? Кассандра, у тебя еще есть оборона? Бери. Что-то Кассандра как-то очень... не очень. Блин, эти кончи скоро... скоро сдохнут. Зелье пей, а иначе мы лишимся танка. О, все. Готовы. Почти. Что? Собака осталась. Какая противная, а? Толстокожая. Смотрите, как у нее медленно жизнь убавляется. Так, наведение порядка, миссия завершена. Отлично. Все, с разбойниками мы покончили. Хлопок. Откуда у собаки хлопок, твою мать? Влияние плюс один, это мне больше нравится. Что ты забрала? 6 золота. Что-то не густо было в кармане у вожака. Или это был не его карман? Давайте проверим, что у них в лагере вообще было. Мы всех прибили? Варик Тетрас. Трудная жизнь в верхнем городе, глава 2. Дворецкий судьи Дюнвальда выглядел так, будто ему никогда в жизни не приходилось вставать до рассвета. Он посмотрел на Донана Брониковика и его напарника Дживлана свысока, словно стоял на каком-нибудь балконе, а не в дверях гостиной в ночном халате. «Судья нездоров. Ваше дело может подождать до более подобающего часа». Дворецкий жестом показал стражникам, что на этом разговор окончен. «Судья мертв», — поправил его Донан. «Разбудите прислугу». Дворецкий исчез, и Дживлан неловко переступил с ноги на ногу. Он все не мог привыкнуть к новым доспехам. Короче, прикольно. Я так смотрю, Варик пишет очень даже неплохо. Мне нравится. Я бы почитала, но у нас нет времени. Не знаю, зачем нам эти эскизы нужны. Я думала, что я их отдам Инквизиции, и они будут по этим эскизам клепать оружие. Но, по-моему, это больше нужно мне, чем Инквизиции. Поэтому я, наверное, не буду собирать эти долбанные эскизы. Теперь что? Я хотела прогуляться и найти стражей. Где они, кстати говоря? Так. Для начала нужно найти их следы. Мы должны куда? Наверное... наверное, сюда побежать. Или нет? Капец, они все в разных местах. Это не очень как-то. Сказать по правде, Солос не ожидала, что ты останешься. Почему? Брешь опасна для всех. Но ведь мы теперь знаем, какое закрытие ты бы мог спокойно уйти. Это-то к тому, что я отступник, и для меня разумнее сбежать, пока Инквизиция не заковала меня в кандалы? Я отношусь к своим обещаниям серьезно и сказанница. Чем бы дело ни обернулось, я дойду до конца. Как хочешь, но я сама не знаю, что ждет нас в будущем. Кто это? Да кто? Ребят, вы просто... посмотрите на вот это. Искательница, ты у нас эксперт по драконам. Что нам делать? Не попадаться под руку. Ни тому, ни другому. Кто это? Охренеть просто. Пойдемте отсюда. Это плохой путь. Мы лучше найдем другой. Кто это вообще? Ну, допустим, тот был дракон, а там великан? Или кто? Мне, конечно, было бы интересно подойти поближе. Но я лучше не буду рисковать, потому что я помню, чем окончилась наша последняя встреча с драконом. И вы помните. Нас просто убили. Все. Капец, ты так поднимаешься по этим скалам, а они же мокрые. Как ты не падаешь вниз? Хотя, конечно, это было бы мне невыгодно. Мы вообще верно бежим, нет? Я немножечко не по той тропе пошла, ну да ладно. Еще бы понять, какие задания нужны реально, какие нет. А то ты просто ходишь, бродишь по игре по 3 часа, по 2, и в итоге, ну, тупо ничего. Что это такое? Это бизон, господи. Или кто это? Не бизон, как их там?
Короче, какой-то бык. Вот. Я вообще верно бегу, нет? Здесь я точно была. А где стрелка? Я что-то не очень понимаю сейчас. А, вот это вот стражи побережья, да? И все это время я бежала не туда. Какая прелесть. Почему я просто не могу сюда переместиться, а? Ладно, мы в любом случае искали нормальный путь. Быть может, мы его сейчас найдем. Быть может. Я не могу за это ручаться. Может, мы опять натолкнемся на долбанного дракона, и это будет очень невесело. Ну, если написано, что стражи побережья, то да, они должны быть где-то на побережье. Логично? Ой, блин. Не-не-не-не-не. О-хо-хо. Ой, мама. А как бы нам... Как бы нам обойти? Я что-то не очень понимаю. Серьезно? Нам же придется тут идти. Я пыталась этого избежать, но... Что-то я так смотрю, что это будет бесполезно. Мы, конечно, можем там, я не знаю... Как-то постараться их обойти, но... Я думаю, что это будет сложно. Ну ладно, они нас вроде не видят. Да не бойся ты, я не буду тебя трогать. Если случайно только кнопку не нажму какую-нибудь, которая активирует бой. Давай, давай, тут тропинка получше. Что-то стражи побережья, нифига не на побережье. На побережье там драконы гасятся. С великанами, я не знаю, кто это был. Второй-то точно не дракон. Нам бы лагерь где-нибудь разбить. Кстати, он будет близко. Давай сюда сходим. Ну, прыгай же ты, господи. Ты не по таким кручинам забиралась. Давай сюда. Отступничий берег. Надеюсь, это не означает, что тут дохрена отступников. Ну, правильно, давай потупим в дерево. Это самое время сейчас, да-да. Именно так. И что? Где стражи? Они типа там? Замечательно. Мне снова спускаться вниз. Подожди, а здесь что? Давай поднимемся сюда, а потом уже с низом разберемся. Или что? Или я опять чего-то недопонимаю? Что-то стражи заныкались, пипец. Не видно, не слышно. Нет, почти пришли. Наверху, что ли, где-то. Мне уже кажется, что я слышу чьи-то голоса. Стражи! Алло! Вы где? Стражи побережья. А, вот это вот их лагерь, да? Ну-ка, чё пишут? Из песни трансфигурации. Много в мире тех, кто забылся в грехе, отчаялся и потерян навсегда, но тот, кто... Кается, в таком есть вера, кого не поколеблет тьма мира, кто не кичится, не злорадствует над несчастьями слабых, но радостно принимает законы создания Создателя, тот познает мир благословения Создателя. И это все? И вот типа на вот этом вот заканчивается, да? Подождите, но если я пришла правильно, то этот значок, он должен был убраться. Что я делаю не так? Наверное, я просто должна как-то забраться на эту хреновину.
Но это очень вряд ли. Ну-ка, а тут что? Это просто какой-то заколоченный дом. Не знаю. Тут где-то враги близко. Я даже не представляю, как забраться сюда. Короче, я уже ничего не понимаю. Если мы не найдем этих стражей, то хрен с ними. Я тут побывала и сделала все, что могла. Там ничего нету. Спуститься тут можно как-то? Что-то я сомневаюсь. Сейчас опять как грохнемся с этой скалы. Во, будет весело. Надо сохраниться. Так, мы, наверное, сможем там где-нибудь лагерь поставить, не знаю. Если сможем только. Идем потихонечку. Можно как-то на пешочком переключиться? Тихо, тихо, тихо. Мы поедем, мы помчимся, блин. Тихо, 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 тихо. Тихо. Спокойненько. Не умираем. Вот, отлично. Маленькая бухта. Мы сюда добрались наконец-то. Так, мы вообще верно бежим? Я что-то уже опять в какой раз запуталась. Только и знаю, что путаюсь. Нам, наверное, в ту сторону. Как же все сложно, ребят. Как все сложно. Вроде идешь верно, доходишь до точки, но нет, все не то, все не так. Ой. Господи, мне показалось уже. У меня уже галюны. Стражи побережья, ау, вы где? Что я так смотрю, вы ни хрена не на побережье. Ой, все. Я уже не знаю. Я просто не знаю. Не говорите мне, что мне надо заново забираться на какую-то гору. Это будет плохо. Это будет нечестно и вообще. Фу, фу такими быть. Здесь что-то может быть, нужно присмотреться. Да ты что? Да прыгай ты. И что же здесь может быть? Тут скалистая местность кругом. Нам куда? Или ты говорила вот про вот это вот место? Ну, вроде карта мигает. Не знаю. Я тебе чё, следопыт? Наверное, и там я должна была что-то найти. Но что-то как-то, знаете... Это вообще не по мне. Кстати, музыка знакомая, я ее где-то слышала. Ну, понятное дело, что... В Dragon Age, наверное, и слышала. Просто я не думала, что они будут музыку из первых частей брать. Ладно, ребят, давайте мы тогда просто переместимся... куда-нибудь на карту мира и вернемся в убежище. С главным заданием мы вроде как разобрались, так что пойдем. Больше я не знаю, что тут делать с этими долбанными следами. Фиг с ними. Убежище. Что мы будем делать в убежище? В убежище у нас вроде как дохрена всяких заданий. Давайте посмотрим. Путь инквизитора. Опасность не миновала. Идите в ставку командования, отправиться в Валруа. Требуется влияние 4 из 4. Отлично. Значит,
Теперь мы можем, наверное, отправиться в Валруайо, потому что в бурной трясине во внутренних землях и штормовом берегу мы вроде как были и выполнили там основные задания. Спасли солдатов, кого-то мы не спасли. Ну что ж теперь поделаешь. Так, я хочу... Знаете что? Я хочу поговорить с парочкой. С парочкой... Ну как их там называют-то, господи, помощников. С Вариком я уже разговаривала, допустим. С кем мне еще можно поговорить? Мне еще можно поговорить с Солосом, мне еще можно поговорить с Лилианой, с Кассандрой. Вот давай с Солосом пописикаем. Как тебе тут живется? Знаешь, конечно, закрыть брешь — наша главная цель, но хотелось бы еще узнать, что ее породило. Ты, может, повернешься? Артефакт такой силы опасен, чтобы это ни было. Гибель Конклава — наглядное тому подтверждение. Ага. Такое грозное магическое средство не могло пропасть бесследно. Рано или поздно что-то там. Люди Лилианы прочесали все окрестности храма, но ничего не нашли. Что бы за артефакт это ни был, его там больше нет. Ладно, я был тебе зачем-то нужен? Да нет. Поговорим потом. Я-то думала, будет какая-нибудь заставочка. Ну твою мать, у меня уже давно заставочек не было полноценных. Можно мне заставочек, пожалуйста? Чё там? Заявки на оружие. Варик, Лилиана, Калин. Ну, Калин не хочет со мной разговаривать, потому что он деловая задница, а я так. Лилиана, ты где? Что я не вижу Лилианы. Вот она. Здорово, кому молишься? Благословенные хранители мира, защитники справедливости. Благословенные праведные, свет во тьме. В их крови начертана воля Создателя. Этого ли ты хочешь от нас? Крови? Умереть во имя свершения твоей воли? Смерть — твое единственное благословение? Ты же несешь весть Андрасты. Что пророчество Создателя говорит нам? Это его игра? С чего вы вообще взяли, что я пророчица Андрасты? Откуда я сейчас знаю? Я не говорю ни за кого, только за себя. У меня для вас ответов нет. Тогда мы можем только догадываться о его воле. Церковь говорит, что Создатель нас покинул. Он требует покаяния в наших грехах. Он требует от нас все. Наши жизни, наши смерти. Джустиния дала ему все, что у нее было, а он позволил ей умереть. Соболезную. Ее смерть для вас тяжелый удар. Не только для меня, для всех. Она ведь была верховной жрицей, главной верующих, их живым сердцем. Если Создатель не хочет вмешиваться, даже чтобы спасти лучших из своих слуг, зачем он нам? Отличный вопрос. Я раньше верила, что я избранная, как вы, то есть, как о вас говорят. Я думала, я выполню задачу, назначенную им мне. Служу верховной жрице, помогаю людям, выполняю точнее. И вот, она убита. Все было напрасно. Служение Создателю напрасно. Может, вам просто нужна новая цель? Могу помочь найти. Нет, это моя ноша. Жаль только, что вы меня такой увидели. Лишь минутная слабость. Это не повторится. Пойдемте, займемся делами. Успеем еще наговориться. Вот тут на Лилиану смотреть, ну просто любо-диво. Не то, что в первой части. Очень крутая. Так, значит что? Калин, заявки на оружие. Вообще, что у нас здесь, помимо всего прочего? У нас по частям. Усовершенствуйте какие-нибудь доспехи. Передача записи. Аптекарь сказал, что его господин Тейджин до своей гибели на Конклаве работал над чем-то особенным. Найдите записи Тейджина. А у меня нету этих записей. Я что-то как-то... Подождите, а где их вообще можно найти? Да блин, не туда. На Конклаве. Но мы туда что ли можем пойти? Ну-ка. Ну-ка. Если тут на карте что-то есть, значит... Просто понимаете, зелье — это очень важно в этой игре. Поэтому я... должна кинуть все силы на то, чтобы как-то с этими зельями... Ну, вы поняли. О, Кассандра, привет. Я с тобой попозже поговорю. Так, ребят, не ударьте меня, пожалуйста. Я тут делами важными занимаюсь. Что вы тут делаете? Тут же холодно. Так, по-моему, я куда-то не туда сверну. Поворот не туда, блин. Новая версия серии. Кстати, я смотрела «Поворот не туда».
кино какое-то не очень. Особенно последующие части. Вот, я не знаю. Прикольно, конечно, посмотреть иногда какой-нибудь дурацкий слэшер, там, да, поугарать. Здесь должно что-то быть. И даже вот это кровище вся, тупой сюжет, это вроде как-то даже весело поначалу. А потом, когда фильм затягивают, и он превращается вообще полностью в унылое говно, я не понимаю, зачем это нужно делать. Типа денег срубить, но люди и так знают, что это какое-то хреновое кино, и будут что, реально на него деньги отдавать? Серьезно? Так, подожди. Ты говоришь, что тут должно что-то быть, но тут ничего нет. Я вообще не вижу. Я здесь вообще ничего не вижу. Хотя, подожди. Та-та-та-ра-та-та-та-ра-та-та-та. Мы вообще... Где должны их искать? Наверное, там, где значок, там и должны? Нет? Или... В доме? Вот я не понимаю, вот то же самое было с серыми стражами. Типа, ищите следы. Вот вы пришли туда, куда нужно... Но того, что вам нужно, просто тут нет. Здесь должно что-то быть. Что тут должно быть? Объясни мне. Вот давай, разнюхивай, копай снег, ищи. Идиотизм. Я как должна что искать? Не долбануть почему-нибудь, нет? Огонь тебе затушить. Тейджин наверняка спрятал очень хорошо свои записи. Тут ничего. Ребят, просто объясните мне, что я здесь должна найти. Никаких записей в помине нет. Лежат какие-то бумаги, но они ничем не выделены и... Идиотизм, короче. Я бегу обратно. Не знаю, только время потратила. Лизетта, ты кто? Так это вас называют вестницей? Если знаете, как заставить их прекратить, я вся внимание. Не знаю, такого рода вещи происходят сами по себе. Но рада, что вы не загордились. Чему уж тут гордиться? Я не для того вступала в орден, чтобы так просто менять убеждения, но я ценю то, что пытается сделать Инквизиция, и вашу роль в этом. Только боюсь, таких храмовников будет немного. Мы недоверчивы по сути своей. А, так ты храмовница. Ладно, пока. Поговорим в другой раз. Пойду я отсюда. Мне надо в Валруайо. А можно как-то это сделать с карты? Или нет? Мне так кажется, что это надо будет сделать со ставки командования. Со стола ставок командования. Вот так вот будет вернее. Ребят, напишите, если, я не знаю, вы досмотрите вообще до этого момента, как мне записи Тенджина найти, или как его там зовут, что я уже не помню. Может, заодно подскажете, как найти следы этих долбанных... Как их там зовут-то? Серых стражей. Я вообще не понимаю, что происходит. Ферелвен Орлей. Где был Валруайо? По-моему, в Орлее. Нет? Добыча денег, отчет готов. Отлично. Наши труды увенчались успехом. Часть прибыли идет вам. Распорядитесь ее разумно, вестница. Принять. Лонгма Прима. Ну, это мы уже сделали. По-моему. Это завершено. Это завершено. И тут все завершено. Тейрн Хаевера. Всем заинтересованным лицам. Тейрнир Хаевера выражает глубочайшие соболезнования по поводу смерти верховной жрицы Джустинии V. Ее святейшество обладало невероятной мудростью и преданностью делу мира, и мы возлагали большие надежды на созданный ею конклав. В память о Джустинии в Хаевере будет проведен обряд прощания, посетить который сердечно приглашаются представители Инквизиции. С уважением, Тейрн Фергюс Кусланд. О, Кусланд! Вы все-таки живые, я рада.
Лилиана. Я знакома с Тейерном Куслантом, и я знала Джустинию. Присутствовать я не смогу, но я могла бы ему написать. Так. Мы могли бы послать своего дипломатического представителя и нескольких храмовников, которые были знакомы с Верховной Жрицей. По идее, ее логичнее отправить, но она не сможет. В наших рядах есть офицеры из Ферелдена. Ну, давай, иди ты. Что еще у нас там? Забота аристократа. Вестница. Ваша инквизиция заявляет, что она отстаивает порядок перед лицом хаоса и разум перед лицом тьмы. Если так, помогите изгнать еретиков из моих земель. Они называют себя беженцами, но я видел среди них эльфов и отступников. Мерзких скотов, подтачивающих наши корни. Наш королевский двор отказывается выслать армию, а мои собственные рыцари погибли на конклаве. Необходима ваша помощь, чтобы вернуть мир в мои земли. Докажите свою верность, и я позабочусь, чтобы вас наградили за вашу веру. Мы можем извлечь пользу из его злопыханий. Мои шпионы могут согнать беженцев куда-нибудь еще, и лорд Килдарн будет нам благодарен. Мы... Ну да, он задействован для другой задачи. Ах да, лорд Килдарн. Пария даже среди равных. Давайте отправим вежливый отказ и этим ограничимся. Может, все-таки Лилиану? Мы можем извлечь пользу. Давай. Если ты умеешь извлекать пользу из всего, давай. Вперед. Светобуйный жеребец. Насчет этого предложения даже ничего сказать не могу, кроме того, что его доставила мне в окно птица, которая не птица, проще не скажешь. Ниже странная трафаретная записка. Если примете дар, будет вам польза. Знаете, что не все на севере злы. Не все запятнаны служением и позором. Не все запятнаны договоренностями. Не все останавливаются на берегу. Отправляйте много людей, ибо смирно будет творение лишь с вами. Те, кто. Конечно же, следует беречь такой подарок, наши союзники позаботятся об этом. Существо доставлено, как и ожидалось, выглядит оно обескураживающе. Хорошо. Разобраться с родственниками Травельянов. Письмо от дипломата Инквизиции послу Монтелье. Дорогая леди Монтелье, это правда. Дальняя родня семьи Травельян утверждает, что они состоят в давней и близкой дружбе с вестником Андраста. Хвостовство – одно дело, но этим шарлатанам понятия такта и достоинства, похоже, совсем неведомы. Во время бала в Южной Зале на моих глазах какой-то пятиюродный брат лорда Травельяна угрожал своему сопернику, что тому придется иметь дело с Инквизицией. Он быстро покинул бал, когда я недвусмысленно намекнула на свою близкую связь с Инквизицией. Но проблема остается. Нам нужно что-то предпринять с родственниками Вестника, которые понапрасно пользуются его имени. Леди Баттлфорд. Такого рода случаи неизбежны. Ваша родня может стать осмотрительнее, если поступить ей... посулить ей какие-то выгоды в будущем. Ну давай, ты одна у меня осталась. Я так полагаю, что нам нужно Варлей, да? Где у нас Валруайо? Вот, да. Оставшиеся жрицы церкви объявили инквизицию ересью. Попытки найти союзников для борьбы с брешью потерпели неудачу. Сейчас мы даже не можем войти в столицу, чтобы нас не арестовали солдаты или не растерзала толпа. Нужно убедить церковь разрешить нам войти в город, и мы покажем им, что вестница Андраста не какое-то чудовище, как они вбили себе в голову. Рекомендуемые уровни от 4 до 7. А у меня какой? Чтобы вестница обратилась к жрицам непосредственно, это не дурная идея. Не верю. Мать Жизель права, единственная сила церкви на данный момент в единодушии. И что, закроем глаза на опасность для вестницы? Спросим ее саму. Меня больше беспокоит то, что это ничего не решит. Согласен. Это лишь покажет, что мы должны считаться с мнением церкви. Я пойду с ней. Мать Жизель сказала, что может назвать имена. Воспользуйтесь этим. Но зачем? Это же... У нас есть выбор, Лилиана. Сейчас мы даже не можем никому подступиться, чтобы попросить помочь с брешью. Используйте то влияние, что у нас есть, чтобы собрать жриц. А когда они будут готовы, двинемся дальше. Хорошо, пойдем. Кстати, я забыла, где эти очки специфики Инквизиции можно потратить и как вообще их заработать. Я уже вообще не помню. О, Верховный канцлер Родерик, почитайте на паузе, потому что сейчас загрузка быстро пройдет и, может быть, вы не успеете. Какая красота!
В городе все еще траур. Это мы, если что, в Орле, ребят. Тут все ходят в масках. Может, мне кажется, искательница, но, по-моему, они знают, кто мы. Твоя невероятная наблюдательность, Варик, меня не перестает удивлять. Что-то я плохо читаю сегодня. Миледи Вестница. Ну, хоть кто-то меня не боится. Ты ведь из людей Лилианы. Что удалось узнать? Матери церкви ждут вас, но храмовники ждут тоже. Храмовники? Здесь? Жители, кажется, надеются, что храмовники будут защищать их от инквизиции. Они собираются на другой стороне рынка. Думаю, там храмовники и хотят вас встретить. Что ж, тогда нам ничего не остается. Такая музыка, прям как на балу на каком-то, я не знаю. Что, опять долбанная загрузка? Надеюсь, что нет. Да, ага. Ага. Они собираются защищать жителей от нас? Защищать от нечестивой вестницы Андраста, я бы сказала. Что вы? Конечно, они так не думают. А почему нет? Они были бы в своем мнении не одиноки. Думаешь, Орден вернулся в лоно церкви, чтобы покончить с нами, выскочками? Я знаю лорда-искателя Люциуса. Не представляю себе, чтобы он после всего случившегося встал на защиту церкви. Возвращайся в убежище, кто-то должен их предупредить в случае, если нас задержат. Как скажете, миледи. Так что ты стоишь? Возвращайся. Пойдемте. Что тут у нас написано? Вина Маферата, нежно нацарапана вандалом, после коих голова трещит. Что? Ну да ладно. Тут вроде должен быть какой-то ролик, нет? Почему никакого ролика, ребят? Я хочу ролик. О, ну судя по всему, должен быть, да. Послушайте, добрые жители Валруайо. Ныне скорбим мы по Верховной Жрице. Ее чистое прекрасное сердце больше не бьется по вине предателей. Вы гадаете, что стало с ее убийцей? Сейчас вы узнаете. Ага, это я. Хотя это был Андерс. Узрите так называемую вестницу Андраста, которая жаждет занять место нашей возлюбленной погибшей. Да уж, конечно, жажду, просто по ночам не сплю. Слушайте, мы говорим, это лжепророчица. Создатель не мог в час беды послать нам мага. Ах, вас смущает только то, что я маг? Ха-ха-ха-ха. Мы пришли сюда с миром, чтобы поговорить. И как вы нас встречаете? Прошу вас, давайте вместе сядем и обсудим, как нам победить эту напасть. Это правда. Все, чего хочет Инквизиция, остановить безумие, пока еще не поздно. Уже слишком поздно. Ах вы твари. Храмовники вернулись в церковь. Уж они встретят эту вашу Инквизицию, и люди снова будут спасены. Оу. Так тебе и надо. Очень хороший ваншотик сейчас был. Спокойно, она не заслуживает такого внимания. Вообще-то... Так. Читайте мои мысли. Я как раз собиралась сделать то же самое. Можно подумать, я хоть пальцем шевельну ради вашего удовольствия. Но вы уже сделали. Лорд Искатель Люциус, нам совершенно необходимо поговорить с вами, я не стану разговаривать. Прошу прощения, Лорд Искатель. Вы создали еретическое движение и объявили свою марионетку посланницей Андраста. Стыдитесь, все вы, храмовники, никого не предали, когда покинули церковь, преследуя магов. Да, конечно, прям никого они не предавали. Это вы, предатели. Вы те, кто хочет остановить наши праведные мечи, сея сомнения и страх. Да, конечно. Если вы пришли, чтобы обратиться к церкви, вы опоздали. Единственный, кто достоин здесь что-то решать, это я. Ничего себе скромность. Значит, вы вернулись не за тем, чтобы помогать церкви. А зачем?
речи произносить, посмотреть, что это наши старушки так всполошились, и посмеяться. Но, лорд Искатель, что если она действительно посланница Создателя? Что тогда? Ты служишь высшей цели, не задавай лишних вопросов. Я дам Орден Храмовников силу, которая восславит нас там, где никого не останется. Мы заслуживаем признания и независимости. Да, конечно. И похер, что храмовники творили дичь, а вы не показали мне ничего, и ваша инквизиция меньше, чем ничто. Пустое место. Храмовники, Вал-Руайо недостоин нашей защиты. Мы уходим. Ну и валите. Можно подумать, тут прям вообще без вас нельзя. Славный парень, правда? Лорд Искатель Люциус сошел с ума? Ты хорошо его знаешь? Он принял командование Искателями истины 2 года назад, после смерти лорда Искателя Ламберта. Он всегда был порядочным человеком, не склонным рисоваться или тешить тщеславие. Это все просто дико. Что-то мне подсказывает, что от храмовников мы никакой помощи не дождемся. Я бы не стала так сразу сбрасывать их со счетов. Наверняка в Ордене многие понимают, что там творится что-то неладное. В любом случае, нам нужно сначала вернуться в убежище и рассказать обо всем остальным. Так, доступна задача «Останки церкви». Ох, какие у тебя модные сапожки. Ладно, ребят, давайте мы с вами на этой чудесной ноте закончим и продолжим в следующей серии. А пока что всем спасибо за внимание, с вами была Анестезия. Всем удачи, всем пока.